Добрый день всем! Сегодня у нас вторая встреча. Я очень этому рад. И сегодня у нас самая главная тема. Самая главная из тем, с которых стоит начать. Это терминология, это морской язык. Иногда мне попадают случайно в интернете ролики людей, очень хотящих, желающих назвать себя капитанами, имеющих хорошие лодки или катамараны, но напрочь у них отсутствует морская терминология, морской язык. Они говорят по-береговому окошко, стульчик, туалет, кухня. Мы не будем опускаться до этого уровня. Мы будем говорить с самого начала на самом правильном морском языке, что очень важно, окей? И сегодня, сегодняшнюю беседу, сегодняшнюю встречу мы посвятим тому, как называется яхта, как называется деталировка, как называются участки яхты, корпус яхты, как называется специальное снаряжение снаружи и внутри. Итак, поехали. На примере лодки Каталина 1976 года. Форштевень. Это называется форштевень, которым яхта разрезает, которая яхта разрезает воду. Левый борт, борта левый и правый получают наименование, когда наблюдатель смотрит с кормы в нос судна. Соответственно, когда ты с кормы смотришь в нос судна, по левую руку левый борт, по правую руку правый борт. Соответственно, левый борт, правый борт. Ватерлиния, показывающая водоизмещение лодки, показывающая надводный борт и подводный борт, днище. Дальше. Здесь же у нас есть вертушка механического лага. Фальшкиль лон. Есть короткий, есть длинный. Это у нас фальшкиль длинный, который играет роль противовеса паруса и мачты. Так называемый балласт. Раньше балласт размещали в днищевом пространстве. С яхтами это сделали, чтобы метацентрическую высоту уменьшить. Они сделали выносной фальшкиль, длинный или короткий. Это выходные отверстия гальюна снаружи, бронзовый. Заборник воды на флоте называется кингстон. Это кингстон для двигателя. Внутренний двигатель у нас сломан, потому мы будем ставить наружный, но от него осталось крепление вала. Он у нас не используется. Крепление вала у нас не используется. То, благодаря чему яхта управляется, называется пером руля. Перо руля крепится к балеру. Правильно, балер. Балер, да. Причем это самодельное перо руля. Ребро жесткости, которое крепится к перу руля, называется балер. Балер, соответственно, проходит через гельмпортовую трубу. Это называется корма. Задняя часть яхты или судна называется корма. Но в данном случае у нас прямая вертикальная корма. Это называется транец. Трансовый свес. Он у нас вертикальный. На трансовом свесе вы видите крепление для подвесного двигателя и трап. Это никакая не лесенка, вашу новый капитан и мать. Это трап. Окей? Все, пока здесь закончили снаружи, пойдем наверх. Там с палубы есть много что рассказать и показать вам. Наконец мы наверху, наконец мы на палубе яхты. Сверху. Начнем с носа. В носовой части яхты у нас располагается цепной ящик, так называемый цепной ящик, в котором хранят якорь, цепь или якорный канат. Здесь у нас всего метр якорного
который только остался в наследство с этой яхты. У меня было 10 метров на моей яхте, чтобы веревка не рвалась по рифу и по скалу. Крышку он сейчас ремонтирует. Дальше. Это называется кнехт или киповая планка. Я не помню тонкости, но или кнехт, или киповая планка будет правильно. Но кнехт все-таки правильнее называть на больших судах. Большие такие стальные приспособления для швартов. Носовой релинг, который переходит в релинг левого борта, в релинг правого борта с релинговыми стойками. Дальше. Блоки. Блоки проводки бегучего такелажа. В данном случае это блок проводки закрутки фала, закрутки стакселя. Форштаг. Форштаг, на котором находится закрутка стакселя. Люк носовой каюты, люк форпика с иллюминатором. Никаких окошек, никаких дверок. Люк, иллюминатор. Воздухозаборник. Пассивное вентиляционное отверстие, водонепроницаемое, туалетное, гальюнное. Иллюминатор левого борта. Иллюминатор левого борта. Хендрейл. Это по-английски. Поручень. Это поручень. Окей, окей. Это у нас поручень. Это у нас мачта. Это мачта с лебедками. Но по такелажу, по бегучему стоящему, у нас будет отдельная встреча. А пока просто мачта, на которой есть ступени для подъема на нее наверх. Наверху вы видите одну пару краспиц. Краспицы держат вот этот предмет стоячего такелажа. Они называются ванкер. Не предмет, а правильнее будет сказать что? Элемент стоячего такелажа. Они называются ванкер. Дальше. Воздухозаборник пассивный. Он у вас не крутится, да? На больших пароходах или на больших яхтах он его крутится, головка крутится в сторону ветра, для того, чтобы ветер шел внутрь. Направление, да, менять. Перпендикулярная металлическая конструкция, идущая перпендикулярно к мачте, называется гик. Гик растягивает и удерживает нижнюю шкатую на паруса. Но по парусу мы отдельно еще не говорим. Пока только самое главное название у нас на палубе. Это у нас ползун Гика Шкота, а это у нас, блин, Толик, я вылетел из головы. Ну это рейл просто. Ну рейл по-английски рейл, а по-русски это ползун. Погон, это погон. Ползун, вот она, этот погон. Это стопор ползуна. Это погон, да. Это крышка входного люка. Это опять лебедка. Стопора разных конструкций. Стопор такой и стопор такой. Снова киповая планка или кнехт. Извините, холодно у нас. Еще не лето. Дальше. Что у нас здесь осталось? У нас остался датчик эхолота. Работает компас, шлюпочный компас на вертикальную поверхность. Ну, опять же, релинговые стойки левого борта. На корме стою я на банке правого борта. Под крышкой банки у нас находится рундук. Помещение, место для хранения всякого барахла. Барахло. Это глухой иллюминатор кормовой койки. Да. Это у нас называется козырек от солнца. Окей. Да, он раздвигается и можно. Раздвигается, а сейчас он в походном положении. Соответственно, вот этот элемент стоячего такелажа называется
Ахтерштаб. Он держит мачту со стороны кормы. Антенна GPS. Кормовой рейлинг. И это у нас кормовой огонь. И вот... Якорный или нет? Не, якорный у нас на мачте. Это у нас кормовой огонь, а это у нас станина, или как ее называют? Это у нас крепление... Кронштейн. Кронштейн подвесного двигателя. Да, который опускается, можно варьировать. Это у нас трап. Это у нас трап, с помощью которого мы забираемся на яхту. И одна из самых важных элементов, как же я и... Толик, вот, покажите же. Это румпель. Это у нас румпель, которым лодка управляется. Соответственно, посредством румпеля, мы двигаем перо руля, которого вы видели снизу. То есть влево-вправо. Повернул влево, поехал вправо. Повернул вправо, поехал влево. К этому надо привыкнуть. Наоборот. На какую же наоборот, Толик? Где же наоборот? Смотри, повернул влево, шутка, поехал вправо. Правильно, абсолютно верно. Ну да. Что вы меня пытаетесь прихватить, вправо. Что ли? Пытаетесь прихватить перед пацанами? Вам не стыдно? Ну вот, ребята, все. Вроде все, да? А, вот крепление для... Еще крепление для спасательного круга или спасательной подковы. Вроде все. Вроде все. На палубе у нас все... А! Горловина. Горловина для заливки воды. Как правило, они делаются для заливки воды по левому борту, для заливки дистоплива по правому борту. Или наоборот. На разных лодках по-разному. В общем, они разнесены достаточно далеко, чтобы не перепутать, потому что иногда бывают путают. Вход внутрь. Крышка люка, как я говорил, входного. Двери люка. Или закладная доска. Толик решил сделать дверь. У меня была закладная доска. Вниз. Никаких ступенек. Вниз идет трап. Ступеньки у вас будут на даче, окей? Как и туалет с кроватками и окошками. Или у тех, кто хочет себя называть капитаном, но у них это плохо получается, окей? Пока здесь закончили, теперь пойдем вниз. Ну вот, наконец мы внутри яхты. Это, конечно, не новая лодка. И не в... В том состоянии, в котором мы ее будем использовать летом, она только-только, мы начали несколько дней назад ее готовить к сезону после зимнего отстоя. Для названия нам это нисколько не помешает. Носовая каюта, форпик иначе называется, носовая каюта или форпик, с полочками для личных вещей, с рундуками, это рундук, это спасательный круг, это... Огнетушитель. Огнетушитель. Блин, извините, я иногда долго... Я вначале переводил с трудом с русского на английский, сейчас с трудом перевожу с английского на русский. Далее. Люк. Форпиковый люк с иллюминатором. Здесь лампа освещения носовой каюты. Лампа освещения форпика. Далее. По левому борту у нас гальюн. Заведение своей... индивидуальные двери. В галине есть, соответственно, унитаз. Ручная помпа для пользования им. Полочки для личных вещей и для разных претендалов, которые ну, мы используем в туалете, в душе, для личной гигиены. Мойка. Помпа. Ручная помпа мойки. Здесь она воду не берет. Может, отсоединена, Сереж? Может быть, отсоединена. Я уже не помню. Это освещение, я так понимаю, да? Это освещение. Да. Так, дальше, поехали дальше. Что, здесь у нас вроде все. Это тоже освещение галина. Никаких туалетов, ребята, никаких окошек. Гальюн, иллюминаторы, банки. То место там, где сидят моряки, называется банка. Никаких диванчиков, никаких стульчиков, окей? Далее, комплект. Барометр, часы. Если кто-то меня поправит, я поблагодарю. Прибор, показывающий влажность. Психометр.
Я еще раз повторю, если кто-то меня поправит, я буду благодарен. Но мы думаем, что это психоника. Переборка из салона в носовую часть каюты. Okay? И для жесткости корпуса. Для жесткости корпуса, да. Это у нас паёлы. Это у нас паёлы из кокпита. Это паёлы кокпита. Это у нас крышки, которые мы используем для банки. Крышки банок. То есть крышки рундуков под банками. Аккумуляторы. Мы сегодня только их завели. Новые аккумуляторы. Это место, там, где собирается вода, называется колодец. Там, где крепление фальшкеля, это называется колодец. Нога стола салона. Полочки, иллюминаторы правого борта, поручень, за который ты держишься во время качки. Стол салона, основного салона. Атрибут каждого уважающего себя моряка. Я пока держу сухой закон, который я себе прописал 3 года назад на обсессионе, если помните. Далее, средняя часть и кормовая часть нашей яхты, на которой мы будем с вами дальше учиться. Мойки камбуза, никаких кухонек, камбуз. Плита в кардановом подвесе. При прикачке, при крене она работает и держит горизонталь. Ручная помпа воды камбуза. Даже вода с прошлого года осталась еще, да? Ручная помпа воды камбуза. Мойки 2. Трап наружу. Ручная помпа выбора воды из-под паёл, из колодца, который мы уже с вами знаем. Штурманский стол. Штурманский стол с приборами управления электроникой яхты, с показателями двигателя, работы двигателя, да? Ну, кое-что тут есть, да. Да, и, в общем, тумблеры подачи напряжения на ходовые огни, на кормовой, на якорный. Освещение компаса из кокпита, да? Это лампа освещения штурманского стола. Это крышка штурманского стола. Там сторож для карт и разных навигационных пособий. Это у нас кормовая койка. Под кормовой койкой у нас на проекте у Толика это у нас бак питьевой воды, да? Нет, это солярка была, но двигатель не использовал. Это у нас... Точно, это была солярка, это был бак солярки, но двигатель у нас вот здесь стоит. Сейчас вы увидите двигатель. Может, не открывать. Это у нас двигатель. Ну, смотрите, Толик, ребят. Толик расскажет про него отдельно. Сначала он работал, но потом стали такие большие проблемы, что я плюнул, купил Yamaha подвесной мотор, и мы будем использовать его. Он очень прекрасно работает. Лонгшафт, траст пропеллер. И вполне достаточно, даже 10 узлов. А в чем проблема с этим двигателем? Дело в том, что это Yanmar. Это японцы прекратили выпуск этого двигателя в 1958 году. Поэтому достать детали очень тяжело. Один цилиндр горизонтального исполнения. Один цилиндр тяжело запускается, очень шумный. Он является как балластом сейчас в данный момент. Ну ясно. Вроде на сегодня мы закончили. По основной терминологии, основным деталям и узлам яхты мы на сегодня закончили. В следующий раз, когда мы здесь приберем, наведем порядок, ну, расскажем, покажем вам, как мы красим, как мы прибудем ее, готовим ее к сезону после отстоя зимнего. Ну и потом, соответственно, когда пойдем на воду, я расскажу по стоящему бегущему такелажу, по парусам, по снастям, с помощью которых управляют парусами и, соответственно, яхтой. Рад был с вами пообщаться. Пишите, задавайте вопросы. Я буду вам очень благодарен за вопросы, потому что они будут задавать мне, будут задавать вектор движения, что вам интересно. То есть я буду знать,
На что обратить внимание, на что ответить, что рассказать. Ну и, соответственно, я свяжу и свою память. Чтобы у нас не получилось так, а у нас так не получится. У капитана спрашивают: капитан, что будет, если мы столкнемся с айсбергом? Айсберг поплывет дальше. Так вот, мы не будем сталкиваться с айсбергом, мы будем знать морскую терминологию, мы вообще все будем знать, чтобы не айсберг поплыл дальше, а чтобы мы пошли дальше, окей? Это говорят «пизден Шварц». Это по-немецки, да. Это по-немецки. Спасибо за внимание. До встречи.